Подобный конкурс в Сочи проводится впервые. По мнению организаторов, такое мероприятие должно сказаться на имиджевом восприятии города. Заявок на участие пока немного, но с каждым днем список адресов пополняется. Скупиться на оформление своего жилища не стоит, потому что природа всегда воздает это с большой благодарностью. То есть в субтропическом городе красивый балкон – это часть нашей жизни. Конкурс открыт для всех. Главное условие, чтобы балкон был красивый и зеленый. Размер призового фонда организаторы хранят в секрете. По их словам, самое ценное для участника – это общественное признание. Подавать заявки можно до Дня города. Для этого нужно сделать фотографии балкона и отправить их на электронный адрес. В письме не забудьте указать свои контактные данные.